Все-таки так жалко, что девочки так поздно мудреют, взрослеют. Что иначе бы мужчины стали только лучше, потому что никто бы с ними не трахался. Вот эти вот всякие нищебродики юные, которые сидят там в маршруточках ездят, которые ничего для девочек не делают. Там. У него сердечко там на нее стоит в переписке, и он, сука, стоит, а я ехала в маршрутке только что, и не уступает мне, что он а все уступает, переписывается, у него ты сердечко, же... боже, как ей повезло, милая моя, ты самая счастливая на свете девушка с таким мужчиной. Да, надеюсь, ты будешь с ним недолго, о чем тебе? Надеюсь, он будет уступать, сидеть на маршрутке, на своей ездить всю жизнь, сука, на этом месте. Всю жизнь на маршрутке. Ну, во-первых, я не вижу ничего в этом плохого. Знаете, чисто из экономических соображений, как бы это гораздо выгоднее, чем ездить на своей машине. Но не об этом. Она с ним рядом ехала на маршрутке, и нищеброд он. И она надеется, что он будет всю жизнь ездить на маршрутке. Логика где? Где она, логика? Ну, она кто тогда получается? Богатейша, что ли? Что она, миллионерша, что ли? Она из развлечения ездит на маршрутке, да? Боже, это ж насколько нужно быть... О, ладно, все, успокоились, теперь конструктивно. Парни должны что-то делать для девушек, я могу сделать это, я могу раздеться. Все, на этом хватит.